Бисмиллахи ррахмани ррахим. Мехрбан, хам мухаббат ясы болған Аллах исмі білен. Иқтибарыңызға бүтін дүния татарлары конгрессының Башқұртстан вәкілдігі, хам Башқұртстан татарлары милли мәдени автономиясының бейік ислам тағлиметіне бағышланған дини іштимағи программысының бүгінгі шығарылышын тағдым етәбіз. Ассаламу алейкум, ғазиз милләт. Хабарыңыз болсын ки, бұл күндерде Башқұртстан Республикабызның ғалимнәрі Ихлас мәчетебізнің хызырында шөһрәтле исеме болған, үзенең мөбәрәк шәхсенең исемен исламның яшел байракларына алтын укалар белән язган Зия Камали Гали җәнәпләренең гомеренә, иҗадына һәм аңа 150 ел тулу уңайыннан фәнни гамәли конференция узды. Бүгенге көн без йыйылдық Зияуддин Камалиның хәтеренә багышланган, уның эшмәкәрлегенә, уның мирасына багышланган безнең түңәрәк өстәл. Һәм дә минең исәбемсә, без ошондай түңәрәк өстәлләрҙе безнең күренекле шәхестәргә багышланган яшырак үткәрергә тейешбеҙ, иншалла. Сөнки мына беҙҙең йәштәребеҙ, мин бер көндө нисәр тапҡыр цикл үткәргәйнем бер мәсеттә. Һәм дә яшьтәр әйтеп ҡуйған, әниңә беҙ был кешеләр тураһында өйрәнергә тейешбеҙ, сөнки беҙ пәйғәмбәр ғәләйһиссәләтү вәссәләм һәм сәхәбәләр тураһында белергә тейешбеҙ, тип мына яһиллыҡҡа төшөп киткәндәр. Ысын әйткәндә, яһиллыҡҡа төшөп киткәндәр. Беҙ бөгөнгө көндә мосолмандар булмаҫ инек, әгәр ҙә ошондай шәхестәр булмаһа беҙҙең арала. Әгәр ҙә уларҙың мираҫы, әгәр ҙә уларҙың эшләгән эштәре, ҡалдырған мәҙрәсәләре, ҡалдырған бөгөнгө көнгө институттары, биналары, мәсеттәре, мәсеттәрҙең нигеҙҙәре, әгәр ҙә ғилемде, китаптарҙы ҡалдырмаһалар, беҙ бөгөн мосолман булмаҫ инек. Һәм дә Алла Тәғәлә үҙенең динен беҙгә кешеләр аша еткерә. Турынан туры түгел, ә кешеләр аша еткерә. Һәм дә беҙ әгәр ҙә шөкөр итәк ул кешеләргә, беҙгә динде таратҡан, беҙгә ғилем таратҡан, беҙгә яҡтылыҡты биргән, беҙгә мосолман кешеләр өсөн генә түгел, мына Зия Камалиның мәдрәсәһендә, уҡыу йортонда мөғәллимдәр, мөғәллимәләр уҡылған. Бөтөн Рәсәй дәүләтенә таралғандар һәм дә Рәсәйҙә генә түгел, мына Урта Азияға, икенсе илдәрҙә улар ғилем таратҡандар. Бу конференцияда яш ғалим Рифат, Риф улы, Суяр Гулов җәнәптәре бар иде. Хош килдегез безнең студиябызга, Рифат кардаш. Хош булдык, ва алейкум ассалам. Менә әйтәләр бит, ғалимның бер карашы бетмәс, төкәнмәс хазина, ә аның бер нәсихәте бетмәс, төкәнмәс китапхана диләр. Әйтегезче, ғалимыбыз халкыбызны хөрмәт һәм бөйөклөк иясе итеү юлында ғүмер кичергән Зия Камали хакында бу канатлы фикерләр ни кадәр хакыйкатка туры килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кадерле дустар, мир и благополучие вам, дорогие слушатели, дорогие зрители. Как сказал наш уважаемый, любимый Мухаммад Хазрат, наша с вами беседа посвящена великому и значимому деятелю Урала-Поволжья, значимому мусульманскому педагогу, просветителю Зия Камали. Зия Камали является на самом деле очень значимым деятелем, потому что открытая мадраса Алия являлась своего рода мусульманским университетом. Пусть оно было, конечно, меньше по размерам, чем, ну, скажем, классические университеты в Казани, в Москве или в Петербурге, но, тем не менее, для мусульман это было действительно высшее учебное заведение. Роль Зии Камали, конечно же, не ограничивается только одним мадраса Алия. Помимо прочего, Зия Камали была значимым мыслителем Урала-Поволжья, который пытался легким, доступным языком донести до мусульман базовые положения религии, которые люди должны исполнять. Икенче яктан аның тормышы шул кадәр зур каршылыклар белән, зур кыйынлыклар белән тулы була. Аның ғүмере дә фажигалы рәвештә өзелә. Без аның хәтта ҡәберен ҡайҙа икәнен дә белмәйбеҙ. Аның
зиярат итергә безнең фурсатыбыз юк. Кызганышка каршы безнең милләтебезнең иң асыл уллары кайсын гына искә алсак та, алар шундый авырлыклар белән шундый фаҗигале тормышта яшәгәннәр. Әмма шуңа карамастан алар үзләренең гамәлләрен шулкадәр зур иҗтиһад белән алга үткәннәр, аларның иманы янында аларның гамәли эшләре дә шулкадәр зур булган, аларны бүгенге көнгә кадәр алар сакланганнар, бина рәвешендә, китап рәвешендә, фикер рәвешендә һәм без аларны һәр вакытта да зур итеп олылап, искә алып, мөфти хәзрәт әйтмешли, безгә алар үрнәк булып, аларга ияреп, үзебезнең халкыбызны, җөмһүриятебезне алга үтәлсәк иде. Как известно, Зия Камали после возвращения из Аль-Азгара, из Египта, который он закончил с успехом, начал работать преподавателем в мадресе Усмания в Уфе, где сам изначально и учился. Мадресе Усмания также было весьма известным и тоже придерживалось новых методик, но Зия Камали хотел большего, хотел применить у нас в Уфе те передовые наработки, которые он увидел в Аль-Азгаре. И потому в 1906 году он при второй соборной мечети Уфы открывает мадресе, которое позже, в 1906 году, получило свое здание, которое сегодня находится на улице Чернышевского, 5. И сегодня там располагается здание Российского исламского университета. Мына бу йорт хәзер юк инде, Гафури урамы исемендәге элек вакыттагы икенче мәчет булган. Мына шушы мәчетнең подвалында Галия мәдрәсәсе 1906 елда эшли башлый. Ул совет дәверендә билдәле манараларын кисеп, ул йортны уже торак йортка әйләндергәннәр. Кызганычка каршы хәзер ул йорт юк. Менә Зия Камали беренче шәкертләре белән 1906 елда ашып җибәрә. Бу барлык фотолар да әйтеп үтергә кирәк, Сәйфи Кудашның архивында сакланалар иде һәм Сәйфи Кудашның кызы Сөембикә Кудашева менә бу китапта ул фотоларны без бергәләп 1908 елда аерым китап итеп эшләгән идек. Сөембикә ханым вафат булгач, алар төрле-төрле ярларга таралып, Келәшкә дә бардылар, барганнар өлешчә, Шишмәгә дә барганнар, Казанда да бер өлеше анда киткән. Шуңа күрә кызганычка каршы ул архивны әле җыеп барлап, бер төргә туплап, яңадан матур итеп басып торасы бар. Менә монда үзбек шәкертләре, ул менә заманында 18-нче гасырда, 19-нче гасырда безнең ата-бабаларыбыз Урта Азияга барып, Самарканда, Бухарада укып йөргән заманнар үзгәреп, хәзер безнең үзбек кардәшләребез үзләре Башкортстанга, Уфага килеп белем алганнар. Без бурычыбызны шулай итеп кире кайтарганбыз һәм тагын бер менә бер күзәтү 60-нчы, 70-нчы елларда безнең казак кардәшләр, үзбәк кардәшләр ул турыда язалар иде. Без Уфага башкорт татар халкына рәхмәтлебез, алар безгә белем бирделәр, яңа юлга чыгардылар дип хәзер алар мөстәкыйл җөмһүриятләр булгач безне әзрәк онытып та йибәргән кебекләр, әмма анда да Галия мәдрәсәсе Зия Камали буенча тикшеренүләр һәм кызыгу бар. Кавказдан да безнең шәкертләребез укыган, ул чынлап та Уфа безнең Русия мөселманнары өчен чынлап та 20-нче гасыр башында ул зур бер мәркәзгә әйләнеп китә. Рымбур белән Казан белән ярышып, без кайсы бер өлкәләрдә чынлап та мөселманнарның, төрки халыкларының мәркәзе булып китә. Рифат хәзрәт, вот одним из важных факторов братства и единства мусульман является правильное понимание друг друга,
А вот предвзятость в исторических спорах вызывает ряд конфликтов и трудностей. Согласно старинной арабской пословице, люди отрицают того, чего не знают. Или же люди враждуют с тем, чего не знают. Скажите, пожалуйста, в эпохе Зиа Камали какие были предвзятые отношения или исторические споры? Вот какие они существовали в то время? Рахмат, спасибо за вопрос. На самом деле, да, рассматривать какое-то историческое явление вне исторического же контекста, конечно же, является ошибочным. Прежде всего, нам нужно понять, что эпоха, когда жил и вел свою деятельность Зия Камали, была, пожалуй, одной из самых сложных исторических эпох в истории не только мусульман Урала-Поволжья, но и всей России, да и всей Европы, можно сказать. Но эта сложность была не только с точки зрения политики либо экономики, но и с точки зрения науки. Потому что именно в эту эпоху начинается бурный рост, бурное развитие многих отраслей науки. Физика, там, математика, биология, в том числе педагогика и так далее. Деятельность Зии Камали пришлась на тот момент, когда в обществе ломались старые устои, и рождалось новое общество. И это еще говорит про дореволюционную эпоху. Мусульманские общества являются весьма консервативными и традиционными, и это по-своему даже хорошо. Вообще историю развития именно бурного роста мусульманского богословия, мусульманской науки и культуры в Урало-Поволжье, пожалуй, стоит начинать с 19 века, это начало 1800-х годов. Именно тогда в мусульманском обществе России или конкретно Урала-Поволжья начались такие движения. Одним из самых ранних, кто поставил под вопрос мусульманскую традицию, я особо подчеркну не ислам, а именно то понимание ислама, которое сформировалось у мусульман, был Абдун-Наср Курсави, казанский ученый, который учился в Бухаре, дважды посещал Среднюю Азию. И его идеи на самом деле заключались в чем? В том, что Абдун-Наср Курсави, он умер в 1812 году, был традиционным мусульманином, строго придерживался классического ханафитского фикха, ханафитского мазхаба. Но особенностью Насра Курсави было то, что он осмелился критиковать некоторые ошибочные положения, которые сформировались у мусульман и которые мусульмане стали воспринимать как норму. Глазами деятеля сегодняшнего времени эти споры нам кажутся очень незначительными, каковыми были в действительности. Но общество в ту эпоху было настолько глубоко традиционным, настолько глубоко консервативным, что любое мнение, высказанное с некой критикой, воспринималось в штыки. Мы знаем, что Абдун-Наср Курсави хотели казнить в Бухаре, и только благодаря заступничеству суфийского шейха Ниязкулла Туркмани, который был покровителем или помощником многих мусульман из Урала-Поволжья в том регионе, он сумел спастись и вернуться в Казань. И вот в Бухаре даже была вынесена фетва о том, что все книги Курсави должны быть сожжены, и не должно быть и следа. Потом, через примерно 50 лет, когда Марджани поехал в Бухару, он, когда там учился, слышал о неком смелом татарском юноше, который осмелился пойти против ученых Бухары, высказать смелое мнение, и даже написал небольшой трактат «Танбих абнайль асар аля танзихи анбай абин Наср». То есть, ну, как предупреждение ученым эпохи об очищении достоинства Абу-Насра аль-Курсави. Главной претензией мусульман Бухары в адрес Курсави было то, что Абдун-Наср Курсави осмелился критически высказываться о книге «Шарх-уль-Акайд» Саадуддина Тафтазани. Напомню, что книга «Шарх-уль-Акайд» Саадуддина Тафтазани является, пожалуй, базовой книгой по каляму для мусульман ханафитов Османской империи, Средней Азии, России, Урала-Поволжья. И положение этой книги было незыблемым. Абдун-Наср Курсави писал, что эта книга, несмотря на то, что содержит многие полезные истины, тем не менее содержит и немало философских суждений, что для нашей эпохи является неактуальным. То есть сам Абдун-Наср Курсави реформатором не является.
когда мы смотрим его труды, мы видим в них классику, строжайшее следование традиции, но в то же время смелая критика в адрес некоторых авторитетов. Для нас, скажем, начинающих простых мусульман, критиковать религиозных авторитетов, пожалуй, является чем-то неправильным. Но Абдул-Насер Курасави после Марджани, они были значимыми, заметными учеными, обладали большим потенциалом. И не стоит считать, что наши мусульмане из Урала-Поволжья недостойны быть великими, недостойны стоять в одном ряду с другими великими учеными из Османской империи, либо Средней Азии. Критика в адрес классиков каляма со стороны Курасави, Шахабуддина Марджани, мы считаем ее допустимой, потому что они все являются значимыми учеными. А один ученый имеет право критиковать другого ученого. Главное, чтобы эта критика была обоснованной. И это самое важное. После Курасави мы можем отметить также деятельность Шахабуддина Марджани, который, на мой взгляд, по крайней мере, является самым значимым, самым большим татарским ученым. Отличительной особенностью которого было то, что он был ученым не только в области религии, но и в других областях. Что очень и очень важно, является мусульманским ученым не только в области религии, но и в области других наук. Он был историком, занимался археологией, вопросами там, национального строительства и так далее, так далее. Это очень важная, значимая личность. Шахабуддин Марджани, мы знаем, он тоже был смелым человеком, мог критиковать некоторое понимание религии, не саму религию, подчеркну, а именно устоявшееся понимание религии. И Шахабуддин Марджани был сторонником изучения, в том числе, русского языка, для того, чтобы мусульмане Урала-Поволжья могли интегрироваться в обществе и развиваться в нем. Был сторонником введения некоторых новых методик преподавания. Вот в эпоху Шахабуддина Марджани в среде мусульман Урала-Поволжья начало формироваться движение, которое называется джадидизм. От слова джадид – новый, то есть обновленчество. В то же время в среде мусульман Урала-Поволжья начало формироваться движение кадимистов. От слова кадим – старый, можно сказать, традиционалистов. Это были два направления, два антагониста, можно сказать. Если джадидисты были сторонниками некоторых реформ, обновления в быту, в общественной жизни, в науке, в методиках преподавания, в том числе религии, то традиционалисты жестко стояли на позициях консерватизма, были противниками изменения методик преподавания, были противниками изменений в жизни общества и так далее. И если мы вот дальше пойдем, то мы увидим, что, например, те же наши мусульманские реформаторы более поздней эпохи, как Муса Джаруллах Бегиев, или Резиадин бин Фахриддин, или Зия Камали, мы увидим, что общество в эту эпоху очень сильно изменилось. И изменились и внешне сами мусульмане. Например, те же самые Муса Бегиев и Зия Камали уже были одеты в костюм, в фески, у многих бороды уже не было. Хотя, с другой стороны, живший в ту же эпоху с ними Резиадин бин Фахриддин всегда оставался верным традиции. И вот это все нам показывает, что разделение на традиционалистов и джадидистов, оно не столь строгое, во-первых. Во-вторых, часто бывало, что какой-то мусульманский деятель, например, Зайнуллах Расулев, был в вопросах, скажем, образования был джадидистом, в его мадраса Расулия были как светские предметы, так и религиозные предметы преподавались по новым методикам, но в то же время, скажем, в вопросах религии или быта он был традиционалистом, кадимистом. Где-то за новые, где-то за старые. И, по моему уж пусть будет личным наблюдением, многие мусульмане сегодня такими и являются. То есть нельзя сказать, что мы сегодня какие-то там джадидисты полностью. Нет, в нас сочетаются как элементы того, вот если мы хотим сравнить себя с эпохой до революции, кадимисты мы или джадидисты, то во многих мусульманах сегодняшнего дня сочетаются элементы как того, что мы называем джадидизмом, так и того, что мы называем кадимизмом. И стремление, в том числе Зии Камали, а до него Марджани и Фахриддин и других, было как раз-таки дать мусульманам импульс к развитию. То, что да, в религии, собственно, в религии, без сомнения, хорошо старые. Но помимо религии есть еще общественная жизнь, там, наука, быт и так далее, где все-таки нужно стремиться к новому. И в качестве, скажем, примера там можем привести новые учебные программы, введенные Марджани, Зией Камали, где-то Фахриддином или Муса Джаруллахом Бегиевым. Можем видеть их призывы к переосмыслению некоторых бытовых вопросов и так далее.
Вот тот же самый Зия Камали возьмем, да, ведь он открыл, как мы сказали, в 1906 году открыл мадраса Алия, который в 1908 году получил свое здание. И в этом мадраса Алия мы называем мадраса, то есть место, где обучается, но в нем помимо сугубо религиозных предметов, как акаид, фикх, тафсир, хадис, также преподавались и предметы условно нерелигиозные. Это было нетипично для мадрасе классических, но оно готовило людей, которые знали религию классическую и в то же время знали те самые школьные предметы, которые для нас сегодня кажутся чем-то естественным. Всегда говорю, мы не должны рассматривать историю с позиции сегодняшнего человека. Для нас знать и математику, физику, ну, школьный курс, ну, это какая-то норма, это стандартная позиция. Но 150 лет назад основная масса мусульман очень мало изучала математику. И это было скорее изучение арифметики в мадрасе, было скорее частной инициативой отдельно взятого преподавателя. С чем Зия Камали вполне успешно справился. Башкортостан вообще в 18 веке считался одним из центров мусульманского образования. Ну, стерлибашевское мадрасе. Там, и много других мадресе, которых там Балыклыкуль там, в деревне, да, Куганакбаш. Вот. Об этом Марсель Нурулович в своей монографии очень много писал. Да? То есть было много известных мадресе. А Усмания, да, в Уфе здесь. Ну и, конечно, самым таким, скажем, известным становится мадресе Галия. Мадресе Галия – фундаментальное учебное заведение. Потому что если бы не было бы вот тех многих идей, которые были накоплены человечеством, не были бы в этом учебном заведении, не проявились бы, если бы оно не было бы современным для начала XX века, вообще я могу сказать, что оно современно оказывается и сегодня. Многие идеи, которые формировались в мадресе Галия, они сегодня современны. То есть мадресе Галия вообще-то формировали мировоззрение на тех накопленных наукой, всеми науками, наукой накопленными, они вот пользовались этим, и это все несли своим шакирдам. Многие педагоги, вообще они получили очень хорошее образование. Они учились в Каире, они учились в Турции, они учились в Москве, в Казани. Они получили очень хорошее образование. И тот же Зия Камали, как и многие педагоги, ну, Шинаси, например, да, которые знали очень много языков, которые преподавали множество разных предметов. Это педагоги, которых Зия Камали набирал в команду. Да? То есть иногда говорят, покажи мне, кто твои учителя, я скажу, кто ты. И мадресе Галия, что не педагог, но оригинальный человек, уникальный человек. Шинаси, который создавал несколько учебных пособий для мадресе. Шинаси – это учебные пособия, причем не только богословского, да, направления дисциплин, но и светских учебных дисциплин. Физика, минералогия, вот, естествознание. Шинаси создавал учебные пособия, которые применялись в учительских семинариях России дореволюционной. До революции и в мусульманских учебных заведениях, и сейчас, что правильно делают, не было деления на богословские предметы, светские предметы. Это было очень важно. Потому что все науки от Аллаха. Физика, математика, мы их называем светскими предметами, да? Педагогика, психология, мы сегодня их называем светскими предметами. В мусульманских учебных заведениях не было такого деления. Вот условно сегодня все предметы, которые изучались в Галие, можно разделить на три группы предметов. Это условно-богословские, условно-светские и вот в этих, скажем, еще одна группа – светские общеобразовательные и то, что относится к психолого-педагогическому циклу.
Вот что делает медресе Галия? Медресе Галия, физкультура становится как отдельный учебный предмет, как отдельная учебная дисциплина, которую нужно преподавать по тому, как накопила наука. Да? Я хочу сказать, что физкультуру преподавали или вели, или физическая вот подготовка была и в других медресе, но как предмет, учебная дисциплина, которая была в расписании, по которому были учебные пособия, это было в Галие. И в Галие многое было сделано впервые. Впервые вводят музыку как учебный предмет. Там изучают музыку, там преподают шакирдам. Хотя, скажем, музыкальные занятия отдельные, они существовали и до этого, но здесь он становится как отдельный предмет. Медресе Галия изучали много иностранных языков. Естественно, это были иностранные языки, те, которые изучали в мусульманских учебных заведениях, но не во всех. Медресе Галия изучали, понятно, арабский язык, это закономерно, изучали фарси, да? Изучали татарский язык, изучали русский язык. Посмотрите, сколько языков, да? Преподавание велось на тюрки, так как медресе Галия, учебное заведение, безусловно, в России, да, и, безусловно, вот эта интеграция российского образования и мусульманского образования, она, безусловно, существовала, да, и мусульманских учебных заведениях в XIX веке, XVIII веке, правда, в XVIII веке не во всех учебных заведениях, но, тем не менее, идея обучения русскому языку, а в XIX веке во многих известных медресе русский язык был обязательным языком, да, преподавания и обучения. Вот. И в медресе поговаривали, а не перейти ли еще к какому-нибудь западноевропейскому иностранному языку. Медресе Галия это сделала, они преподавали французский язык. Одним моментом, за который часто Зию Камали критикуют, является тот факт, что, пожалуй, ни один выпускник медресе Алия не стал работать имамом в мечети. И да, там были некоторые исключения, но все же основная масса имамами не была. И при поверхностном взгляде можно сказать, что действительно показатель почти нулевой. Но это если рассматривать медресе Алия как чисто религиозное учебное заведение. Да, действительно, закончил медресе и не работающим имамом, выход нулевой. Но если мы посмотрим на медресе Алия как на некоторый институт, университет, академию гуманитарного плана, то мы поймем, что наоборот, результативность этого учебного заведения была очень большой, потому что многие выпускники стали той самой национальной элитой, которая позже вела свои народы к дальнейшему развитию. Хурматлы тамашачалар, сүйкле пайгамбарыбызнын хакнын хак булганын тилесегиз, хак булмаган юк булсын хадис шарифине таянып. Бүгүн яш галим Рифат Риф улы Суяргулов жанаптары исламга хакыкый карашын гөдөрөндүрдү. Биз аңа шарифият, кадыр хурмат тилейбиз. Раббымыз Аллах аңарға юлдашы болсын. Бүгінгі программамыз енді шуның білән тамам. Иқтибарыңыз үшін зор рахмет. Бик яқында бәхет, бәрекет, сүйу, сағадат құшағында ұшырашулар тағдыр елесін.